Все мужики знают, что такое типичная баба. Выкини мусор, выгули собаку, купи мне новую кофточку, помоги мне по дому, ты меня совсем не любишь. И мы знаем, как вам помочь, к вашим услугам бабский пугач. Сходи в магазин, перестань меня игнорировать, мы совсем друг друга не понимаем, завтра приедет моя мама. Пошла нахуй, баба! Бабский пугач усилит любой посыл нахуй в 10 раз. Нахуя давать бабам денег, когда можно купить бабский пугач? Забыл встретить ее маму? Похуй! Мне позвонила мама, сказала, что ты забыл ее встретить, мне пришлось... Пиздуй к маме, баба! И нет проблем, у кого теперь железные яйца? Два пшика и делай, что хочешь. Заебали шапки, разнообразь гардероб, одень хлеб. Не поднимать стульчак в туалете, пивко с друзьями, проститутки по выходным, мечты станут явью. Старые средства уже не катят. Бить бабу по ебалу слишком жестоко, отправить на курорт дорого. Нахуя есть бабский пугач? Твою мать, ну давай, ёпта, а! Дорогой, не мог бы ты мне помочь? Я пришла с сумками из магазина. Не могу. Я ебашу в Xbox, потом буду смотреть порнуху, кстати, я насрал мимо унитаза. Ладно, я уберу. О да, спасибо, бабский пугач. Мужики, это охуенно. Работает на любого долбоеба женского пола. Два действия. Первое, пшикни. Второе, наслаждайся. Давайте послушаем наших покупателей. Это херам изменило всю мою жизнь. Я начал затыкать каждую тупую клюшку этим пугачом. Но это еще не все. Осталась только теща моей блядской жены, сука! Как-то случайно он попал мне в чай, и я выпил его, и теперь у меня стоит постоянно. Мне его подарили, папа сказал, что через 5 лет он будет мне нужен. Как-то раз мы с другом пошли на рынок купить арбузика, подходим такие и говорим: «Дай мне спелого арбузика, сука!» И я такой говорю: «И килограмм огурцов, сука!» Она такая говорит: «Это аптека, чуваки!» И я достаю такой бабский пугач! И мы ей прям в лицо пару раз так пшикнули, бля! Я ебу собак. Чего ты ждешь, мужик? Заказывай! Звони 1-800, я хочу вернуть свои яйца, и мы доставим тебе его в течение часа. Над разработкой бабского пугача работали ведущие специалисты центра антибаба. Какие-то проблемы? Знаешь, меня не устраивает... Пошла в жопу, баба! Жирнющие феминистки-смертницы взорвали наш завод, осталось 5 штук бабского пугача, мужики! У вас последний шанс изменить вашу жизнь, сравнимую с кастрированным инвалидом. Заказывай бабский пугач. И в подарок вы получите последнюю часть отличного мышиного порно. О да. Озвучил Сергей Хелье, подписался на канал и на бабу резко встал.